одежка вот эта должна была быть отпечаток однозначно. Тут на сердце и на чего выглядит. 5, литературное чтение 5, английский язык 4, математика 5, окружающий мир 4, искусство музыка 5, изобразительное искусство 5, экология 5, скульптура 5, посолка. Англия 4, английский и окружающий мир. Я тоже по тем же четверочке, да? Вот вам надо знать, что английский потянуть и окружающий мир. Можете тренироваться, может, окружающий мир хорошо знать. В частности, биологию и географию. Компания Рейд.
Отгадайте, что у меня есть. Сегодня мы видели Деда Мороза. Александра, место, где он стоять будет, сейчас надо ему сделать. Да, Саша, что-то как, смотри, как тебе плечи разобрасаны. Раздуло прям тебя, короче. Чего? Теперь черные пояса теперь будут заказываться не в Европе, как раньше, а здесь, в России. Вот такие дела. Будут заказываться здесь у нас. Вот такая. По давней старой схеме мы 10-9 сейчас катаем. Thank you.
сюда становимся, Коля сюда становится лицом ко мне, вот сюда, Аня сюда становится, вот становись. Не шевелись. Вот смотри, сейчас видно, что ноги согнуты? Нет. Вот. Чуть-чуть пониже сядь. Раз. Вот так вот запомни, как надо сделать. Хорошо? И ты тоже. Сейчас ты со стороны посмотрела как. А ты считала, что они согнуты, если я делаю более-менее, да? Это недостаточно. Надо чуть-чуть пониже. Хорошо? Вот. Аня тоже исправит. Хорошо? Вот Колю позвал, потому что он знает эти все вещи. Он сразу говорит так, как есть, а не иначе. Надо сосредоточиться. Раз, пониже сесть, попу чуть-чуть вперед, раз, грудь вперед, раз, и вот в таком положении. Привыкайте к этому положению сразу же, потому что потом, когда много будет техники делать, нам будет не уставать в этом положении. Добре. А, еще хотел обратить ваше внимание о том, что мы, когда сделали все удары делаем, ручки выносятся вперед, локти прямо по корпусу. Раз, как только локти коснулись боков, вот только тогда мы уже вкручиваем. Оттянули, вниз пошли, раз, коснулись и после этого вкручиваем. Не вкручиваем отсюда, как я и раньше говорил, первое. Три удара сделали, блоки, раз, фронтально, ровно, на это надо вот сейчас смотреть, синий пояс, могут предъявить как бы за это дело. Плечи вывернуть так, чтобы узелок был под 45 вправо. Замах ровно. Развернули покатай. Чтобы замах с бедрами, 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 замах с бедрами. Покатай. А не вот так вот. Куда дайте? Опа! Постарайтесь как бы видели парень хорошо, большой, да? Но он шевелится, он встал, короче, и не стоит, и стоит. И завтра он стоит, ему шевелится. То есть старый опа. Раз сюда вышли, если что там. И расслабили тело, но состояние готовности. Не шевелитесь, не ложитесь. Ручки стоят на одной высоте, а не вот там. То есть если это уже что-то как бы у нас. Скрутил моторик. Мало ты средний уровень. Ос! Ос! Ос!
Тянь дорожки, а потом здесь, когда ты делаешь что-нибудь. Можно я делаю? Зачем? Я не могу подумать, если говорить, если ты можешь управлять. Смысла нет. Надо продолжать дальше. Че? То есть раз, ножки здесь стоят, ты что там? Oh.
7. Полкомитет 2. Вратарь? 8. 5 раз. Первый удар делается. А? 4 пока стоите. Молодец. Это привычка с прошлых тренировок. На прошлые 4 просто показали. Это такая цифра не очень хорошая. Ее надо исправить. Молодец. Могу исправить. 5 раз. Первый какой уровень делается? Мы делаем только что делаем, не повторяется. Молодец. Если дело сделали, то ну, в следующий раз еще. Второй какой? Блок. Майк. Молодец. Сделали блок. Раз. После этого по прямой ручки. Правой идет сюда. По прямой на ширину чуть шире головы, как на свои два пальца. Раз. То есть ты сделал, рука сюда идет. Раз. В это положение, то есть похожее положение, да, делаем раз, то есть ты сделал блок, опа, сделал, ручки раз, обхватили, натянули, и вот вниз туда не делать, и потом как будешь делать, где нужно будет то же самое делать, ты можешь вот это делать, исправляй потом куча разных элементов. Тебе раз показали, если ты ставил ручки сюда делать, хорошо? Чтобы ты в будущем, короче, у тебя не получалось, какая-то чертуха, чтобы ты становился, делал и переходил так, как положено переходить. А сейчас ты делаешь то, что потом уже спрашиваешь, исправлять. Раз сказал, давай перейти. Тренер сказал, надо сделать. Из этого я вопрос, почему? Да. Если я буду каждое почему объяснять, иногда, как бы, если бы это была война, я был бы генералом, а переговоры тебя простреляли, потому что из тебя батарея другие. Потому что тебе любопытно объясняли, почему тебе надо подняться в эту точку и переместиться с точки А в точку Б. Сказали так, значит так. В другой раз сделал вот здесь территорию и вниз уводишь, ты уже лицо открываешь, точку с точки слезем. Сделай здесь вот так, горизонтально. Этот элемент будет дальше присутствовать очень часто. Как она называется? Секундомер. Пистолет. И кто будет не делать или делать плохо, мы будем его расстреливать. Я учу, а? Я учу, где вас будет. Да. А тебе кимоно платит? Да, кимоно платит. А сейчас? А, утюг не выключил, да? Да. Страшно стало? Нет. Потому что вы знаете, что это шутка была.
Центральную вот эту линию атаки, по которой наносит, ну, будет снизу.
Макатай. И вот это все нужно сделать санчин, сапунцу, ну, дзинкунцу, санчин, сапунцу. Макатай. И доделаем сразу на синий крест перепрыгиваем. В режиме марафона. Май Гэдэмбара ей. Час у нас остался всего. Успеем. Да, конечно, успеем. Если будем быстро делать, и я буду видеть то, что вы немножко не падаете, в конец недели не надо вас веселить. Представляете, рассказывайте, как вы больше много не даете, Саша, куда у вас? Ну, что тут было так, с кавалерийским ходом, чтобы вас отвлечь немножко. Потому что, ну, настоящий, эмоционально настоящий. Хорошо. Честь! Oh!
поближе сюда, сюда. Я сюда звал, я сказал вот сюда, поближе, 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 поближе. Вот сейчас будет переходить Санчин, посмотрите, вот, вот этот столбик вертикальный, голова, плечи, бедра. Так же мы сделаем. Сейчас я за пояс придержу, не буду давать тебе переходить сюда, а потом сюда, чтобы ты шла ровно. Покатай. То есть ты просто идешь вперед, а ногами проводишь, держу, хаджимай. Раз, ногами, хаджимай. И сама пошла. Раз, еще разок. То есть ровно. Поняла? Не шевелись никуда, ни влево, ни вправо. То есть, чтобы у тебя центр тяжести, вот смотри. А, вот он, я стою в стоечке, да? Раз, и вот она ровненько идет, раз, и чтобы вот этот центр тяжечки, если представить, левушку взяла в зуб, вот зажала, как бы, да, либо на пояс повесила, раз ее, опа, так, чтобы она до пола не касалась, ну, какую-то гаечку, либо что-то такое вот. Если ты переходишь, эта веревочка раз отходит, да, плохо, она должна стоять на одном месте, раз, вот таким вот образом, то есть ровненько, раз, да. Да-да-да-да-да, вот так вот сейчас покатай. Вот. Надо, чтобы все вот это применили, когда четко будет, вообще четко. И продолжаем дальше. Что мы делаем с зёдом? Зёдом уже. Чудо. Зёдом мы начали. Вы уже чудо начали. Вы сейчас в санчине, значит, вы сделали дзинкутсу, сейчас в санчине продолжаете, да? Ос. Как же? Ос. 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 Переход, потом только тебя перешла. Ще! Перешла. Ос! Ос!
сделать там определенное количество часов. Правильно говорю? Ос. Вот так вот. Нехорошо, Александр, поступает. Да? Ос. Вот так, как вот. Ача. Ос. 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 Данную часть формируйте. Ше. Ос. Ножка плавно ставится. Саня, на карту не поднимает. Ногу тащит. Ос. Ребра доверни. Ос. Ос. Соберись. Ше. Ос. 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 Ше. Ше. Так, осталось совсем мало. 18-22. То есть считайте быстро, еще без объяснения. Вот сейчас мы какое-то время поделаем, вы устаете, будете первое время уставать. А потом марафон он будет проходить моментально. Вот и сильно он прокручивает момент. И на экзамене будет вообще не уходить. Ну да, оно машинально будет делаться, и вы уже не будете уставать. Ваш организм, ваше тело привыкнет к тому, чтобы делать это и не задумываться о том, что надо делать, как, потому что вот эти думки, как, зачем, почему, они силы забирают, ресурсы ваши, физические, психологические, эмоциональные. Вот. Домой вы придете, покушаете, вы физически восполните. Отдохнете немножко, эмоционально восполните тоже, и физически в том числе. Чаепитие сделать, ну, восполнить повесимости, эмоциональные, то есть эндорфины, опять-таки, то есть раз-раз-раз, заправились на неделю, и бой снова, короче, забой. Уй, да? Забой, да? Пропал. Куда дать? Ос. Маяка на барае. Честно говоря. По привычке уже за нее. Само крутое. Маяки. Ще. И здесь должно быть у нас что? То есть ударное понятие сделать. Вот, замах, плечо, замах, без поворота просто, с проносом, ровненько, ус, 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 локота, ус, ну что, хорошо, берем, 4 раза. Oh!
То есть мы на одной тренировке раз прошли, потом, допустим, на дополнительный мы закрепляем это, надо не пропустить. Потому что закрепить нужно, необходимо. Контейн? Все! Добрый? Как это? Тёпус умный. Чем он отличается? От тёпус умный. Продолжаем дальше.
сейчас хочешь вот тут стрелять, так они, чтобы растянуться как надо. Вот так и будет, если ты руку здесь будешь ставить. И тебе может надо. Да, не беда. Сад, Мария, подшвырнули вперед, потянули нож. Это первый я сделаю. Сейчас второй сделаю. Ищ, провалился. Вот, по центру. Понялся? Ручки сюда подальше. Ручки сюда подальше. Красавчик, пальчик сюда убрали. Здесь мы ищ, скрутились. Раз. Здесь смотри. У тебя открыто здесь все. А ты должен подготовиться защититься. Сотый последний блин. Молодец. Держись. Как песики, да? Держи его на соломинке, держи. Поворот сразу же мог делать. Шир! Выпрямляем.
сам остальные. И еще разок сделаем заступ. Эч. Ты заступ сделал, у тебя ножка должна туда уйти. Молодец. Но не так далеко, а вот сюда вот. Не, повернули, сделали блок сразу. Сейчас! Что-то не было, ты начал делать. Мы еще будем делать, до твоего пояса, тем более мы не доберемся. И в этот момент, когда вот ты косячишь, в жизни будут вспоминать. Напоминать, вот пояс у тебя здесь не так. Вот здесь что-то за нитки торчат. А почему не глажено? А почему тут порвано? Понял смысл? Вас. Вот. Если у тебя какие-то сложности с этим, лучше не делай. Делай так, как положено, иначе долго заклюют и все такое прочее. Но это в жизни. А здесь я просто поделился, что так могут сделать, ну, чтобы ты был знал, как бы был готов. Это же тоже подготовка. Подготовить, не подобраться, не только защитить себя. Ну и в этой тоже дать информацию какую-то. Сам выпрямили. Си. Чет. Молодцы. Эч. Застоп. Раз. Ни. Поворот. Ши. Сон. Выпрямили вверх. Молодцы. Си. Ше. Молодцы. И пошли вперед. Эч. Раз. Молодцы. Ни. Сон. Ос. Эч. Ос. Ни. Ос. Сон. Ос. Эч. Ос. Не. Ос. Сон. Ос. Чуть-чуть подлиннее стоишь. Мало ты. Эч. Заступ. Далековато. Сюда, да. Где было это положение? Коля, далековато. Ты сейчас показываешь то, что отвлекается от остальных. Интервал от начала, да? Раз. Так, чтобы у нас тут
Как же? Раз, два, три, четыре. Молодцы. Кисти не отгибаем. И подсчет печь как отсюда. Ос. Под 45 градусов. Ни. Средний. Ос. По центру. Кулачок у нас стремится к центру локоток. Саня, усы блейся, значит. Большие отрастают, стриги. Не успеваешь топором скашивать. Косу купить, я не знаю. Хорошо. Сок. Щет. Если кулачок немножко вверх вот так вот стоит, при нанесении удара он согнется, сломается. И даже простому человеку, даже сильному, если вот он руку чуть-чуть поставил сюда, да, то есть в этой ситуации, если ему просто опа, то есть это будет больно очень сильно, он согнется. Однозначно. Если у него нож был какой-то, то есть взять за руки чуть-чуть, когда где-то хватает, как бы сорвут, и будет больно, потом он будет длительно больно испытывать. Завтра покажу. Ой. Хоп.
хватит времени. В тот раз мы на этом уже закончили? Нет, больше там, да? Мы блок делаем. Мы блок делаем свой. 48 времени еще есть. И пошли лечь. Много объяснений, долго делаем. Долго делаем, все не успеваем. Ней. Ос. С. Ос. Санька, вот она стоит, девочка, тяжело, она стоит, не сдается. Тоже не сдавайся. Молодец, молодец. Ней, провели в стол. Вылили, раз, и здесь вот сделали блок. Рука летит, летит, и сделали вот этот блок. Отсюда, вот как раз отсюда делаешь, из вот эту промежуточную позицию. Здесь как раз сделали. Подтянули.
Эч, Майгери. Ос. Поставили. Когда Майгери сделали, поставьте немножко сюда спинка ровненько, пониже. Раз, развели пяточки в сторону. У меня такое движение. Двумя пяточками. Раз, на носочках как-то. Раз. И можно здесь даже вот вы поставили ее. Раз. Сразу же сделали.